Сегодня у нас воскресенье, 24 июня. Мое семейство. Сегодня 24-е. Мое семейство сегодня. Ну, мама, сестра с ее семьей должны сегодня возвращаться с Турции. Вот, я надеюсь, что они уже должны прилететь, потому что самолет у них был в 9 часов утра. Ну а мы по своей традиции еженедельно идем в торговый центр, немножечко погулять, поглазеть, позавтракать, да? Сделать себе такой праздник живота немножечко, отдохнуть, посидеть в хорошей обстановке. Пацаны уже сами привыкли, даже муж мне уже сам говорит. Я, кстати, не так, чтобы собиралась куда-то сегодня воскресенье, но муж нам такой вчера говорит, ну вы же завтра поедете, он уже знает, что у нас такой ритуал уже воскресенье, мы всегда в воскресенье выезжаем куда-нибудь. Вот. Можно было бы, конечно, поехать в какой-то парк, да, или в зоопарк, но сейчас очень жарко, поэтому... Единственная опция для нас это торговый центр, да? Вот мы идем сейчас по Кирят-Бялику. Нам очень нравится Кирят-Бялик. Очень красивый, ухоженный город. Даниэль, ты где, сыночка? Ладненько, мы пойдем и потом попозже включимся. Мы позавтракали и сейчас заплатим и пойдем дальше гулять, куда нам надо. Выиграл! Там я что-то выиграл, пистолет какой-то! Да? А ну давай, доставай! У нас просто сегодня везучий день. Смотрите, нужно, наверное, нам в это, в лото сыграть. Это готовая хотя готовая. Это лейзер. Это лейзер. Нет. А что, это лейзер? Нет. Лейзер. Вот. Это лейзер. Это шоки. Что это такое шоки? Это пистолет и лейзер. У нас прекрасно сегодня везучий денек. Блин, не получился, Даниэлька. Одна у тебя всего лишь осталась. Это лейзер, видишь? О. Да. Даниэль! Чё ты орёшь? Можно не кричать, спокойно разговаривать. Не надо в глаза. В глаза нельзя. Не попал никуда. Все. У меня нету. Пойдемте посмотрим, что мы можем на это купить. Пойдем. Мама, подойди. Что? Давай. Давай тут, на эту. Рамсюс. Ну давай. Я могу больше. Это не вся моя. 289. Как сильно? Упала соска. Мы вышли из торгового центра, идем сейчас по направлению к нашей машине. Машину мы, как всегда, поставили далеко, но это очень хорошо, пройдемся. Есть повод пройтись. Нам повезло. Что? Я, ребята, дай. Мне повезло, потому что мы всегда ехали в Кирюню, хотел такой пистолет. Он конечно, маленький. Нет, я не помню. Там есть лейзер и пистолет. Нет, да, это пистолет с лейзером. Он, да, его хотел раме давно, но я ему не покупала. Я его выиграла. Да.
И теперь он его выиграл. Я даже не один выиграл, а два. Один мне, один Даниэль. Молодец. Какая теточка ездит, красивенькая. Стойте, 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 стойте. Быстро нас тетя пропускает. Большое спасибо. А? Ты много выиграл, я не знаю. Да, он. Но я все-таки хочу поехать в тот магазин. Рамсюсь. Не, поедем, съездим, потому что мы больше сюда уже как не приедем в эту сторону. Почему? Если даже мы приедем, то мы приедем вечером. Я не смогу зайти в тот магазин профессиональный. Какой магазин? Но там, где продаются лаки, гели, все, что там касается ногтей, не только. Когда будет ночь? Ночь? Я хочу его потрогать. Кого? Мама с сестрой уже долетели, прислали мне сообщение. Они сейчас находятся в Тель-Авиве, в Бен-Гурионе. Вот, так что все хорошо. Перелет прошел замечательно. И они, наверное, я уже так думаю, что уже, наверное, в поезде едут в сторону севера, то есть домой. Вот. На улице жарко. Или так кажется, потому что мы были в холодном помещении долгое время. Вот, а потом выходишь на улицу и жарко. Да, и очень жарко. Я чувствую жарко. Поэтому мозган это не всегда хорошо. Вроде ветерок есть. Вроде ветерок есть и все, но так как мы были в очень холодном помещении, то не чувствуется ничего и очень-очень-очень жарко. Вон, кстати, апельсины зеленые еще растут, а вот осенью они будут уже спелые. А это мандарины, тоже зеленые. В сентябре они будут уже спелые. Приходит мелочь. Что? Зашла в свой любимый косметический магазин Бикосмик. Бикосмик это косметика Йоси Битуна. В его школе я училась макияжу. У него, в его школе. Ну, правильно. Вот. И очень люблю эту косметику, очень люблю Бикосмик. Поэтому купила себе, у меня не было, как он называется, клей для ресниц. У меня не было, у них очень хороший клей для ресниц, всем советую. Купила новый консилер и купила, мне девочка посоветовала, там работает, она начальница, там директор магазина. Вот. И она мне посоветовала, у них вышел новый черный карандаш. Говорит, вообще очень качественный, и вообще не течет, не размазывается никак. Посоветовала мне купить. Я купила, так что попробую. Потому что предыдущий, который у них был, карандаш черный, тоже хороший, ничего не могу сказать. Но он стирался. А этот, она сказала, вообще такой водоустойчивый. Очень качественный, попробуем. Купила, попробую. Да, я сказала, консилер купила новый. Потому что консилеры у меня уже закончились все. У меня был фирмы Atelier. Вот она машина. Вот. Как это не наша? Вот она наша. У меня был консилер фирмы Atelier, но он уже закончился, поэтому консилер мне нужно было покупать. Я купила еще консилер. Приеду домой, покажу все, что я купила в торговом центре. Подождите, ключи от машины. Будь здорова, спасибо. Я сама себе сказала. Мы сейчас уже находимся в другом городе, который называется Кирят-Моцкин. Доехали мы... Быстро говоришь. Не знаю, почему-то у меня так получается. Вот. Чтобы не тянуть сопли. Так вот, мы приехали сейчас в мой профессиональный магазинчик. Ну, не мой, а в профессиональный магазинчик. Там все продают, что касается ногтей и так далее. Воска, волос, и все такое. Для твоей работы. Да, все, что касается красоты. Так вот, доехали мы до сюда за 10 минут где-то. Если бы еще не было светофоров, мы бы доехали за 5 минут. Тут вообще очень маленькие расстояния между городами. А? Что? Много-много приходит на велосипеда. Кого? Очень много приходит на велосипеда. Ну, потому что это удобно и быстро. И нету проблемы с этим. С парковкой. Так это быстро.
Почему? Посмотри, какой, когда ты смотришь маленький, а когда заходишь, большой. Это ковы-центр. Ну, какой магазин? Помнишь, когда мы с тобой пришли, когда я болел и рану спасал? Да, да, ты помнишь это место наверху? Да, да. Но когда я болел. Да, да. Когда я болел. Они, может, и нам такие. Мама, если вы подлезли начало. Это 560, это 500. Мне нужно для педикюра. Идем посмотрим. Так, это всякие камушки. Мам, ты такую купила здесь. Отсюда. Какой, сыночка? Нет, я не отсюда эту покупала. Да. Я покупала у себя на учебе. На работе у себя? Нет, на учебе, где я заканчивала учебу, я там покупала. Так, что нам надо? Я уже забыла, о чем мы сюда приехали. Подожди. Всякие разные баночки. Что такое? Не знаю. Вот, праймеры. Праймеры всякие, Мирока. Не знаю, не я точно. Это эти пилочки всякие разные. Пилочки. Так, мама, сейчас подожди. Я понюхал там здесь. Рама, я не понюхал. А это шемя. Мама, сейчас я понюхал там сюда. Всякие. Да, это моя жидкость. Вот, я купила 5 лаков, 5 цветов. Купила также ножики для педикюра. И что я еще купила? А, праймер, да. Все, теперь спускаемся, поедем домой. Знаете, какая красота, какой красивый фонтан сделали. Вот это здесь вообще все новое. Это, я так понимаю, мэрия. Мэрия. И тут вот такая вот больничные кассы. Макаби, Макаби Фарм, Макаби. Больничная касса Макаби, это поликлиника. Вот, сделали такой красивый центр. С таким красивым фонтаном. Здесь ничего такого не было. Встаньте, я вас фотографирую. Даниэль. Встаньте красиво, я вас фотографирую. Красота, да? Вечером здесь еще красивее. Тут все в огоньках, такое с подсветкой. Все красиво. Днем, конечно, ну, вечером я не знаю, попадем мы или не попадем. Но днем вот мы здесь были рядышком. Мы решили зайти посмотреть. Даниэль, пойдем. Красиво очень. Мне вот прям, когда делаю такие красивые вещи, все ухожено, прям аж душа радуется за свою страну, в которой ты живешь. Что все-таки как-то делают, преобразовывают, украшают. Очень приятно. Потому что в Израиле все-таки есть много вещей, которые недоработаны, недоухожены, могло бы быть намного лучше.
Вот, и вот когда делают вот такие вот вещи, красивые такие дворы, очень красивая душа радуется, глаз радуется. Прям аж приятно. Все, пойдемте к машине. Мы уже дома, как хорошо дома, прохладненько, так хорошо. Трисы у нас закрыты, поэтому солнышко не заходит домой. Я буду взрывать. Поэтому прохладненько. Кого ты будешь взрывать? Убери Беллу, убери Беллу. Хочется принять душ, отдохнуть. Наша уже дома, уже с мамой говорила. Кстати, она приехала в Кирят-Моцкино, мы уехали с Кирят-Моцкино. Можно было встретиться. Ну ладно, максимум вечером уже муж придет с работы, поедем съездим навести мамочку. Это что такое? Это рамка. А где это? Что? Откуда он это взял? Мальчики, ладно. Сейчас выпью воды и пойду в душ. Все, до встречи, пока-пока.